Всем добрый вечер тем, кто решил ближайшие часы провести в компании слева, справа, сзади, спереди сидящим и сидеть во всеобщем праздничном настроении. И по случаю замечательного, грандиознейшего праздника десятилетия компании Kimberly Lab. Это очень такой длинный срок, если думаешь в жизни, да, сколько произошло в наших жизнях. Были и свадьбы, и дети, хорошие моменты и нехорошие моменты. Очень много произошло за 10 лет. Когда я вспоминаю, есть столько вспоминаний мимо работы в нашей команде, как мы отметили 4 июля в Владивостоке, как ребята купили меня индейку в Новосибирске, привезли в Кемерово, приготовили в честь дня благодарения. Как у Павловича играли, если на балалайке. Ну столько же, как ходили на футбол в Москве. Ну столько же, я думаю, что это... А вот я вас только сказала, Юля. Я сказал первый. Но я думаю, что это у всех, наверное, такие вспоминания. Это говорит о том, что да, конечно, это работа, за это мы получаем зарплату, но надеюсь, что кроме этого мы получаем удовольствие и от работы, и от общения друг с другом. И несмотря на то, что много всего произошло за 10 лет, конечно, 10 лет они прилетели. Поэтому хотел бы предложить тост за эти 10 лет, за ветеранов, которые давно пришли, за новых, которые недавно пришли. Когда-то мы ветераны были новые, и вы новые, когда-то будете ветеранами. Это давайте за нас, за то, что у нас все получилось и на работе, и в жизни. За нас. Ура! Если кричим, то дружно и вместе, господа.
праздничный. Мне почему-то сегодня хотелось бы отдельно поздороваться с одним единственным человеком в зале. С вашего позволения. Добрый вечер. Я понимаю, вы меня не помните, но мы с вами знакомы. Спасибо, Ракет, что вы сегодня есть. Итак, начнем по традиции. Ну, давайте назовем это слово по традиции. С первого игрового момента, который называется разминка. Но прежде чем, опять же, мы начнем с этого игрового момента, я готов кому-то из вас предложить вот эту штучку, называется эта штучка микрофон для следующего тоста. Если желающие сказать теплые слова по случаю десятилетия компании Kimberly Clark. Вы знаете, это большое счастье, когда ты приходишь на работу, и тебе это нравится. Вот когда ты приходишь, когда вот эти все люди, они тебе очень глубоко симпатичны. С кем тебе нравится, с кем ты работаешь. Когда это для тебя не, как бы, не какое-то насилие над собой, а вот именно это удовольствие. Я поэтому хотел бы выпить за нас, за всех, за нашу компанию, чтобы через 20 лет здесь сели и еще раз нажрались.
процесс. Хватай попкорн, будет интересно. Плюс удобные кресла, система расслабится. Yeah.